Здравствуйте! В эфире новости Карелии. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. Ее называли одним из лучших образцов русского деревянного зодчества. Среди шатровых храмов это и вовсе был главный памятник. Тем не менее, говорить об Успенской церкви в прошедшем времени не стоит, ведь ее восстановление – лишь вопрос времени. 2 года без Успенской церкви. Она сгорела, но будет восстановлена. Как идет процесс? Очередной акт вандализма в Петрозаводске. Глава города обратилась к жителям. Без всяких тренировок. Все уходит. У меня есть шансы. Утренняя пробежка на Рускеале и разминка с упражнениями на стадионе «Спартак». В Карелии отметили День физкультурника. Очередной акт вандализма произошел в Петрозаводске. На входе в губернаторский парк подростки решили показать свою силу, расшатывая фонарные столбы. В итоге крепления одного из них не выдержали, и он упал, чуть не задев нарушителей, которые поспешно сбежали. Все действия были замечены камерами видеонаблюдения и опубликованы в соцсети, но личность хулиганов пока что неизвестна. Многие горожане в комментариях к видео считают, что во всем виновато воспитание ребят. Кто воспитывает таких индивидуумов? Видимо, такие же индивидуумы. Давно пора собирать бригады из таких скучающих. Надзиратели им и вперед. Чинить, красить, сажать, убирать мусор и выполнять прочие работы на благо города. Бьют фонари, поджигают смолу на соснах, ломают кормушки. Можно бесконечно перечислять действия вандалов. И все это наши детки. Надо, чтобы они несли наказание. Не обязательно рублем, а подметать улицы и оттирать художество со стен не мешало бы. Это не первое подобное происшествие за лето. В июле нетрезвые молодые люди сломали питьевой фонтан в сквере Наваркауса. Затем школьники повредили камеры видеонаблюдения в подземном переходе рядом с железнодорожным вокзалом. Глава Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила в социальной сети, что по первым двум случаям полиция принимает необходимые меры. Также она призвала петрозаводчан сохранять городское имущество, ценить труд строителей и городских служб, обеспечивающих благоустройство и чистоту. Сегодня ровно 2 года, как Карелия утратила Кондопожскую Успенскую церковь. К месту пожарища, туда, где находился уникальный памятник деревянного зодчества, постоянно приезжают туристы. Приходят поклониться и местные жители. Сбор средств на восстановление храма открыт с августа 2018 года, а проект реконструкции находится на финальной стадии. Что изменилось за это время и кто помогает вернуть утраченный символ республики, узнал Эдуард Тур. 10 августа, 9:33 утра. В МЧС поступает звонок. Горит Успенская церковь. Пожарные прибыли на место спустя 10 минут. Несмотря на все усилия, за час памятник уничтожен почти полностью. 42-метровую Успенскую церковь мастера 18 века возвели на самой высокой точке мыса. Храм всегда был визитной карточкой Кондобоги. Он изображен даже на гербе города бумажников. Ее называли одним из лучших образцов русского деревянного зодчества. Среди шатровых храмов это и вовсе был главный памятник. Тем не менее, говорить об Успенской церкви в прошедшем времени не стоит, ведь ее восстановление – лишь вопрос времени. О восстановлении храма в республике заговорили еще в день трагедии. Вечером того же дня пришли к нам в приход депутаты нашего райсовета с тем, чтобы подтвердить твердое намерение общества Кондопожского воссоздавать храм. Это наш храм, так они прежде всего говорили. Какие бы ни были решения, мы не допустим, чтобы не было на этом месте Успенской церкви. По просьбе главы Карелии средства на восстановление храма стал собирать благотворительный фонд «Северный духовный путь». Его руководитель Александр Лысенковский признается, предложение Артура Парфинчикова о сборе средств принял за честь. Деньги присылали со всей России. Переводы не прекращались даже в период пандемии. Сейчас собрано почти 9 миллионов рублей. Хотел бы отметить благотворительный фонд имени Ахмада Кадырова и Валаамский монастырь, которые перечислили по 1 000 000 рублей. Самое крупное пожертвование физических лиц 700 тысяч перевел мужчина из Петрозаводска. Мы не можем разглашать фамилии без согласования, значит, с благотворителем, поэтому пока он безымянно остается. Сбор средств продолжается. 325 тысяч рублей потратили на возведение защитной конструкции, еще 25 тысяч на благотворительные мероприятия, рекламные щиты на дорогах и другие работы. Все работы согласовываются рабочей группой и утверждаются попечительским советом. Он же и утверждает распределение средств и контролирует их правильное перечисление. Помогали не только деньгами. На место приезжала экспедиция из 11 добровольцев проекта «Общее дело». Они маркировали оставшиеся части сруба церкви.
Руководитель проекта «Отец Алексей» рассказывает, что на пожарище волонтеры застали людей потерянными в состоянии настоящего траура. А добровольцы, которые приехали, они приехали для того, чтобы работать. И такие прямые вопросы, что делаем? Они как бы помогали тем, кто вот переживал такое большое горе. Были разобраны завалы, были промаркированы и разобраны оставшиеся части сруба для того, чтобы дальше можно было принять решение о том, каким образом, в каком формате восстанавливать, возрождать этот храм. Разработка проекта восстановления Успенской церкви должна завершиться в этом году. Все чертежи уже выполнены. В Министерстве культуры проект высоко оценили еще на стадии эскиза. В принципе, проект был одобрен и получил очень высокую оценку, потому что разработчиками проекта был поднят очень большой блок архивных документов, проведены дополнительные детальные исследования памятника на месте. И, собственно говоря, обоснованы все свои проектные решения. Сейчас, с учетом пожеланий экспертов, корректируется смета. Утверждать подрядчика будут представители архитектурного и реставрационного сообщества. Специалисты подчеркивают, Карелии нужен не новодел, а восстановленный храм. Поэтому работать на месте должны настоящие мастера своего дела. Любая деревянная постройка, конечно, должна быть восстановлена с перебором сруба, заменами деталей. И это не означает, что она исчезает. Она просто живет такой жизнью. Это, естественно, такой организм деревянного храма. На прощание отец Лев признался. Он надеется дожить до того момента, когда внутри восстановленного храма пройдет первая служба. Эдуард Туров, Сергей Беляев, Владислав Петров. Служба новостей. В минувшие выходные на острове Кижи побывал Владимир Мединский. Помощник президента осмотрел экспозиции музея, а также посетил отреставрированную Преображенскую церковь. Он был приятно удивлен проделанной работой. Из-за пандемии коронавируса обновленный храм примет первых посетителей только в 2021 году. Торжественное открытие и богослужения, намеченные на 19 августа, пока отменены. Минувшим вечером нескольким районам Карелии досталось от грозы. Молнии зажгли дом на турбазе «Чуньки» в Конопорском районе. В течение часа пожарные боролись с распространением огня. За это время пожар уничтожил 30 квадратных метров кровли гостевого дома. Пострадавших нет. Также гроза нашкодила и в одном из микрорайонов Петрозаводска. Жители Соломиного остались ночью без света. Удар молнии привел к падению дерева на линию электропередач. Последствия аварии быстро устранили. Нетрезвые водители все чаще попадают в поле зрения Карельской госавтоинспекции. В этом году число задержанных инспекторами выпивших автолюбителей выросло. Полицейские продолжают проводить рейды за трезвость. В этот раз мы выехали с ними в Прионежский район. Почему в сельской местности сложнее следить за нарушителями? И какие трудности создает лето? Подробности в следующем сюжете. Личный состав подразделения, задействованного в рейде Карелии за трезвое вождение, прибыл на место дислокации. Число задержанных инспекторами пьяных водителей увеличилось. С начала года только в Прионежском районе зафиксировано 77 таких случаев. Для сравнения, в прошлом году их было на 10 меньше. Нетрезвые автолюбители стали больше попадать и в ДТП. Усугубляет ситуацию то, что они, выпив, чаще садятся за руль летом. У нас в основном это вот лето, сезон вот самый, когда вот люди приезжают на дачу и позволяют себе вот, ну, употреблять алкогольную продукцию, и после этого садятся за руль, вследствие чего и получается ДТП. Следить за водителями в сельской местности труднее из-за больших расстояний. Важную роль в пресечении правонарушений играют сами граждане. Если вы видите, что кто-то, выпив, управляет автомобилем или пытается сделать это, незамедлительно сообщите в полицию. Вы как себя чувствуете? Нормально. Накануне не употребляли алкоголь? За рулем не употребляете? Нет, конечно. За прошедшие выходные несколько водителей в состоянии алкогольного опьянения оказались в кювете. Обошлось без пострадавших, но так происходит не всегда. Когда в прошлом месяце пьяная автолюбительница попала в ДТП, ее пассажирам-подросткам, к тому же непристегнутым, понадобилась медицинская помощь. Напомним, за вождение в нетрезвом виде водителю будет грозить штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года. За повторным нарушением следует уже уголовная ответственность. В 5 городах республики бесплатно проверяют на ВИЧ. Волонтеры из Москвы и Петербурга восстанавливают карельские храмы. На фонтанах появится высокоскоростной интернет. Об этом и не только, расскажем коротко.
В республике 8 новых случаев коронавируса и еще один летальный исход. За минувшие сутки скончался житель Чупы Лоухского района 1958 года рождения. Течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями. Выздоровели 14 человек. В Карелии проходит всероссийская акция «Тест на ВИЧ-экспедиция-2020». Пройти бесплатное анонимное тестирование можно в 5 городах республики – Петрозаводске, Костомукши, Сегеже, Сартовале и Кондопоге. Акция продлится до 17 августа. Волонтеры из Москвы и Санкт-Петербурга восстанавливают деревянные храмы в Карелии в рамках национального проекта «Культура». Завершена работа в Медвежегорском, Аланецком и Кондопорском районах. Продолжается реставрация храма в Пудерском и Кемском районах. Всего в этом году запланировано 10 экспедиций на территории республики. Трассу «Фонтаны» планируют превратить в спортивный комплекс на природе. Здесь установят тренажеры, пневматический тир и проложат туристическую тропу. Также к осени этого года на стартовой зоне комплекса появится автопарковка как минимум на 400 мест и высокоскоростной интернет. В Сартовале появился бесплатный аудиогид. Городские истории, мифы и шутки помогали собирать сами жители. Проект был запущен одним из российских операторов связи. Мастера ракеток, мячей и скакалок собрались в минувшую субботу на стадионе «Спартак». Именно он стал центром празднования Дня физкультурника и Всероссийского олимпийского дня в Карелии. На праздник, как и положено, приходили семьями. Не испугал даже обещанный накануне дождь. Юлия Кучеренко расскажет подробнее. Тренировочный процесс у спортсменов во время пандемии не прекращался. Проходили онлайн-тренировки. Чемпионка России по всестилевому карате Виктория Вовк сегодня проводит разминку и признается, спортсмены соскучились по занятиям на свежем воздухе. Вообще отлично, спасибо погоде большое, да, потому что очень приятно в солнечную погоду собрать такое большое количество людей и непосредственно хорошее настроение у всех, у кого солнце над головой. Для семейных команд эстафеты. Мамы, папы, их дети состязаются в прыжках на скакалке, челночном беге или вот, к примеру, прыжки в олимпийских кольцах. Кажется, что спортивные мама и дочь Анна и Алина идут на олимпийский рекорд. Хороший день, хороший праздник. Свои силы всегда интересно попробовать. Вот, и пришли посоревноваться вот в такой дружной и спортивной компании. Хорошо, но устали. Было сложно? Да. Интересно, что и маленькие дети не остаются в стороне. Пусть не все получается гладко, но когда еще удастся попрыгать на скакалке, покидать на меткость кольца или канистру от жидкого мыла? От возможности покрутить хула-хуп не смогли удержаться и мы. Без всяких тренировок все уходит. У меня есть шансы. Кстати, чудеса владения обручем показывают и мужчины. Вообще, честно говоря, думал, что у меня не будет получаться, потому что это не мой конек, будем так говорить. Но вроде как что-то вспомнилось с детства, наверное. Еще одна хорошо знакомая с детства игра. Для любителей классического бадминтона уличные условия сложны. Нужно делать поправку на ветер. И вот здесь-то и проявляется мастерство. Мы первую игру сыграли из не знаю скольких. В этот раз проиграли. Ага. Как думаете, почему? Что помешало? Бадминтон уличный – это непредсказуемый спорт. Здесь и ветер, здесь и валанг не тот, не спортивный, как в зальный имеется в виду. Судья Полина Гуляева сама играет в бадминтон. Сегодня впервые не с ракеткой в руках, а за судейским столом. Уровень различный, да, есть новенькие, которые пришли еще, не совсем понимают правила, как держать ракетку, да, но очень приятно им объяснить, да, то есть это такие любители. Есть более высокого уровня. Добавим, что спортивный праздник прошел и безопасно. На входе участникам измеряли температуру, спортивный инвентарь обрабатывали дезинфицирующими средствами. Вот уж и правда чистое здоровье. Юлия Кучеренко, Станислав Шведов, служба новостей. В горном парке Рускеала в честь Дня физкультурника прошла небольшая пробежка. Ее организовал Общероссийский народный фронт. Несколько кругов вокруг Мраморного каньона осилил и наш корреспондент Даниил Филин. День физкультурника не только профессиональный праздник. Его отмечают даже те, кто просто делает зарядку по утрам, танцует, когда никого нет дома, или предпочитает ходить на работу или учебу пешком. В общем, все, чье второе имя – активность. На Мраморный каньон Рускеала приехали абсолютно разные люди, просто чтобы пробежаться. Ольга принимает участие в спортивном мероприятии первый раз в жизни. Она решила себя попробовать.
Ну, совершенно случайно. Я вчера узнала случайно, что будет забег. Ну, так как был заболевший товарищ, мне предложили его заменить. Я с удовольствием согласилась. Судья дал старт, и спортсмены побежали отдавать дань физкультуре по завораживающим местам горного парка. Часть трассы прошла по закрытой от туристов территории, другая – на экскурсионном пути. Но из-за наплыва посетителей обычная пробежка чуть не превратилась в бег с препятствиями. 14 человек взяли и пробежали по Мраморному каньону в честь Дня физкультурника. Это беспрецедентный случай, и все в рамках акции «Физкультура» от Общероссийского народного фронта. Ребят привезли, увезли и даже наградили. На финише выбирают тройку победителей, но чисто символически, ведь главная цель – получить удовольствие. Теперь, когда все формальности соблюдены, можно немного погулять по парку. Сегодня Общероссийский народный фронт по всей стране проводит всероссийскую акцию «Физкульт-привет». Мы с активистами Общероссийского народного фронта из Сартовалы решили сделать свой забег в горном парке Рускеала для того, чтобы не только привлечь людей к занятиям спортом, к здоровому образу жизни, но и показать, какие у нас красивые места. Мраморный каньон, как оказалось, вполне пригоден для занятий спортом. В следующем году организаторы обещают проверить и другие знаменитые места Карелии. Даниил Филин, Сергей Беляев, служба новостей. Михаил Ширвиндт выложил в интернете новый выпуск передачи о путешествиях по миру «Съедобное-несъедобное». В этот раз она посвящена Карелии. Телеведущий блогер побывал в Петрозаводске на берегу озера Лососиное, где приготовил лосося вместе с главой региона. Артур Парфенчиков рассказал Ширвиндту о нашем крае и подарил ему две бутылки карельского бальзама. Судя по обращенному к зрителям призыву «Приезжайте в Карелию», путешественнику республика понравилась. Таковы главные новости на сегодня. О них вам рассказали Данил Чуненов и служба новостей. Берегите себя. Всего доброго.